Мы продолжаем расследование таинственного исчезновения 16-летнего подростка Влада Бахова из Смоленской области. Мальчик пропал 9 месяцев назад после вечеринки, на которой отдыхали дети местных чиновников. За все это время у следствия не появилось ни одной версии и ни одного подозреваемого. В прямом эфире новые свидетели и новые факты о том, как именно проходили поиски Влада, кто из друзей решил прервать молчание, а также почему за час прямого эфира нашей программы на прошлой неделе в районе был отключен свет. Андрей Малахов. Прямой эфир.